Я с вами доделала флюгельфаг. Можете с ним. Да? Ну, мой ребенок учится в техникуме. Вот, сегодня она позвонила и сказала, что ведут их на полчетвертого, ой, господи, на драмтеатр, на митинг. Вот, по какому поводу, за что, как, ничего толком не объясняют. Сейчас я была на митинге возле драмтеатра, там, оказывается, это митинг будет проводить Юрий Юрьевич Хатлубей по поводу «За едину Украину». Детям толком ничего не объяснили, ничего не сказали, родители в известность не поставили. Ну зачем так людей сталкивать лбами? Ну это что, ну как это так? Дети, кто, если что-то с детьми случится, кто за это будет нести ответственность? А что говорит директор техники? А один, не знаю, ничего не сказал. Детей поставили перед фактом и все. То есть у нас получается... Полный произвол происходит. Директор техникума занимается политической работой, да? Получается так. Не знаю, чем он занимается. Хорошо, а если там будут какие-то провокации, вот мы знаем, что там есть... Ну да, вот машины, я за это и говорю. Если вдруг какие-то провокации, вдруг пострадают дети, кто за детей будет нести ответственность? А вашей дочери сколько лет? 19. 19. Ну, все-таки это у вас... Ну, я понимаю, она совершеннолетняя, это но все. Опять же, ничего не объяснили? Конечно. Извините, если куда-то детей... Это учебное заведение. Как можно детей это куда-то посылать? Ну это, извините, если какой-то, допустим, митинг или какая-то там, всегда ставят родителей в известность. Также несет учебное заведение за них ответственность, и родители несут. Если дети пострадают, кто за них будет отвечать? С кого спрос брать? К Хатлубею вы можете обратиться? Да. Юрий Юрьевич, вы будете отвечать? Вы мне ребенка потом вернете, и у меня мужа нет, у меня двое детей. Я вдова! Я думаю, больше нет вопросов, все понятно. Естественно. Если с детьми что-то случится, что тогда в конце-то концов? Зачем детей в политику там вмешивать? Взрослые терроры.